Конечно же, я не готов. Друзья, сейчас мы находимся в деревне Утечино, Кстовский район, Нижегородской области. Нашу команду здесь пригласили решить очень неправильно назвать обычной или необычной задачкой. Есть сложные участки в доме, которые сильно продуваются. И решить эту задачу, не разбирая весь дом, фактически невозможно. Поэтому было принято решение просто локализовать их изнутри, заблокировав жесткой пеной, то есть закрытой чистым полиуретаном. Мы создадим определенный кокон изнутри. Пойдемте посмотрим, что там делается. Как я раньше говорил, у нас здесь несколько таких участков, которые сильно продуваются. То есть это как нависающая часть над домом. Здесь вложен утеплитель. Видно, здесь он... Я задумался. Ты думаешь, это так просто? Задача здесь у нас стоит герметизировать полностью вот эти вот треугольники, их два по обоим краям дома. Они сильно продуваются, несмотря на то, что там вот видна пароизоляция фольгированная, под ней уложена минеральная вата. Здесь уже часть материала начали наносить. И стоит задача герметизировать, потому что продувание по-другому убрать нельзя, надо разобрать пол дома. То есть будут утеплены и скаты, и пол. Все вот эти вот щели между досками, все это проклеится нашей классной пеной. И будет герметично. Также мы сейчас пройдем в еще более сложное место. Я как-нибудь залезу. Иногда, как я уже в одном из роликов говорил, ребятам приходится себя чувствовать ящерицами. Для того, чтобы пробраться и пролезть в самые сложные, трудные участки, но так или иначе создать герметичный контур. Вот. Ну и, как мы говорили, хороший полиуретан, помимо прекрасных теплотехнических характеристик, обладает еще прекрасной адгезией. Мы уже в наших роликах обращали на это внимание. Вот здесь у нас в руках просто есть вырезанный кусок, специально делали образец. Данный кусок он нанесен за три слоя. Вот они, межслоевые линии. Ну и, соответственно, дерево. Примерно вот так это выглядит на прочность. То есть он абсолютно становится однородным. Разломить его нельзя. Но это относится только к хорошим материалам. И хоть я не мышка, но выгрызть несколько кусков отсюда у меня получилось. Вот. Но даже при всем при этом, вот я говорил про межслоевую адгезию, здесь вот наглядно видно, проходит вот он линия склейки, а разлом происходит в нескольких миллиметрах от нее. Ну и, соответственно, раз он становится одним целым, вы можете быть уверены, что он никогда не рассыпется у вас по слоям. И он будет служить верой и правдой весь срок жизни вашего дома. Пока команда PNNN занимается утеплением данного помещения, команда Dar Production меня снова загнала в этот треугольник. И мы хотим получить какие-то отзывы от вас. Что было бы интересно, что мы сделали с этим материалом с названием полиуретан. Какие тесты? В прошлый раз я спрашивал про несерьезные, может быть, серьезные. При возможности мы эти тесты будем проводить и показывать.